Так, пришел насос. Вот так вот он выглядит изначально. В упаковке помятый пришел. Да ладно. Так, по комплектации вот так вот выглядит. Тут иголки, переходники. Наверное, на престо. А, нет, это болты и крепления. И это для накачивания чего-то. О, ну тяжеленький, приятный такой. Видать, металлический. Да. Вот это металл и это металл. Фишка этого насоса. Вот здесь вот переключение крутится на престо или на обычный ниппель. И когда мы его накачиваем, у нас сразу же в виде вот такой вот метрики вылазит там красная шкала с давлением. То есть и все в таком маленьком небольшом корпусе. Так, качать он должен достаточно неплохо, потому что в развернутом виде вот видно, да, под линией клавиатура. И он достаточно длинный. Вот рука 4. То есть он не такой маленький, как кажется, когда в сложенном состоянии. Вот. Это все прячется, вот, что мне нравится, никуда она не выкручивается, она на месте и так далее. То есть хорошо сделано, качественно достаточно. Раз. И вот эта заглушечка 2. Все, маленький, аккуратненький такой. Сейчас буду качать, продемонстрирую, как он работает. Еще раз раскрываем. Вот это вот он на максимальной. Видно, да, крепление тоже неплохое получается. И еще вот этот вот предохранительный хомутик, все держится достаточно четко. Но я его в крепление вставлять не буду, у меня будет рудочки. Так, еще раз, вот чтобы на обычный ниппель мы вот эту штучку дергаем вниз и накручиваем. Как она работает, пока не знаю. Чтобы наверх и накручиваем. Будет ли шипеть? А, нормально пролазит вот. Все нормально отработало. Ну, правда, криво как-то зашло. Сейчас попробую один. Короче, вот эта штучка двинется вниз, вверх, на престо или не на престо. И накручивается потом. Ну, вроде накрутилось, все нормально. Ну и все. Качаем, смотрим, посмотрим, сколько. Вот, покажу. Тут PSI есть. И есть бары. Вот, 1,2 бара показывают сразу, какое давление. Ну, у меня где-то... Так, что тут бары? Что-то как-то до хрена. 5, у меня явно не 5 в колесе. У меня там 1,8 максимум, вот оно прошло, получается, надо пару раз точнуть, сколько там, 2,8 где-то у меня должно быть, вот оно так и показывает, если в PCI там 20 с чем-то, либо эта шкала, ну и вар, да. До 2 постараюсь добить, ну качает легко, нормально. Так, ну все, готово. Так, вердикт. В целом неплохой. Качественно, красивенько сделано. То есть качает достаточно быстро. Видно, да, как? Сколько прослужит, посмотрим. Ну, по идее, должен быть долго, потому что вот это металл, вот это металл, вот это металл, вот эта штука тоже металл. Что внутри, разве что не раскручивал, не знаю. А так своих денег стоит. Так, решил все-таки раскрутить, чтобы посмотреть, вот это пластмассовое можно было сделать бы металлическое, не знаю, как долго она прослужит. Ну и здесь видно такой вот поршень. Прослужит неизвестно, но теперь знаем полностью ее конструкцию, его точнее.